В результате авиаударов ВВС России разрушены ключевые позиции боевиков Исламского государства. Об этом заявил представитель российского министерства обороны Игорь Конышенков. Только за одни сутки авиация разбомбила 51 объект террористической группировки в Сирии. Объект имел развернутую сеть подземных ходов, которые позволяли боевикам скрытно появляться в разных районах города и вести маневренную оборону против сирийских правительственных войск. В одном из бункеров был оборудован целый арсенал с боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, предназначенными для проведения терактов и диверсий. Кроме того, здесь же располагался мини-завод по изготовлению самодельных неуправляемых ракетных снарядов. Минобороны России опубликовала видео двух взрывов. По сообщениям российских СМИ, были атакованы позиции боевиков в районах Латакии, Алеппо, Хамы и Дамаска. Ранее сообщалось, что в результате субботнего авиаудара был убит один из главарей Аль-Каиды и двое его сторонников. По данным СМИ, обстрел этой местности ведут военно-воздушные силы и России, и США. Чей удар достиг своей цели, не уточняется.